вспомните Черновка, в перезагрузку, в которую вбухали огромные деньги. Это создание осталось таким же жирным, а вот Юлька пашет. И вот Юля Черной передает, что пускай Черно Юля завидует, потому что звезда у нас Юля. А Черно пока не звезда, она пока ни хэ не звезда. Вот из Юльки мы звезду сделаем, человек меняется, вся страна это увидит. И вообще, девчонки, расставляйте правильно приоритет. Я знаю, что Дом-2 смотрит 40 миллионов человек. Для многих Черно какой-то пример. Какой это пример? Понимаете, звездность не в том, что тебя потрахивает какой-то недалекий армянин, и в том, что ты сделала себе губы за счет проекта. Звездность не в том, что тебя потрахивает странный армянский парень, что тебе проект сделал губы, нарастил стрёмные паты и ресницы, как у конченной Барби. И это 180 килограмм превратилось еще в более стрёмные.